день. Простите, здесь проживает гражданка Семенова Маргарита Ивановна. Тоже от нее осталось, тут он и проживает. Я по поводу вашей жалобы на Семенова Петра Сергеевича. Где вы раньше были все? Где вы были раньше? Ну, миленькая, ну не надо плакать. Вот мы прислали вот заявление, вы пишете, прошу принять меры и наказать по закону. Мой муж – настоящее животное. Животное. Ну и тому подобное, и так далее. Скажите, вот в каком смысле животное? В прямом смысле животное, что это животное? Ну что значит животное? Ну он вообще и жрет. Ну. Он и пьет, как скотина, как свинья он пьет. И лапы свои. Ой, распускает лапы. И он же кусается. Вспотели. А пойдемте, я вам его покажу. Посмотрите, натуральное же животное. От животное некое дуряное. Я попросил бы без рук. Без рук. Без рук. Без рук. Так, что же мы имеем-то? Животное мы имеем. Дайте, пожалуйста, водички. Да нет, в блюдечке. Держись. Сам. Так, попьем. Спаривался давно? Что делал? Ну, в смысле, когда была последняя вязка? Сейчас я вам точно скажу, мужчина. Значит, на прошлой неделе как раз соседи помогли эту скотину связать. Я все же вам написала, все написала в милицию. Нет, я не из милиции, они просто передали нам ваше письмо. Откуда вы? Я из общества защиты животных. Будем защищать.